Да, я согласна. Сегодня у нас действительно потрясающие скидки. Посмотри, какая куртка джерси. Сегодня стоит 2990 рублей. У нас очень ограниченное количество. Куртка, кстати, удлиненная, а вы, ну, вряд ли найдете в масс-маркете куртку именно удлиненного варианта, тем более за такую стоимость. 88-135, номер лота для заказа. Вы берете ее прямо сейчас с анонсов и правильно делаете, потому что у нас пока что есть размеры все с 50 по 60, но их очень-очень мало, поэтому вам нужно поторопиться. Давай расскажем, конечно, же, наверное, кроя, вот что самое главное. Ты знаешь, я как раз стою и думаю, да? Что сейчас вот в магазинах в основном байкерские модели, да, куртки, вот косухи, клепки, все это там, да, богатая фурнитура, все это очень красиво, но далеко не каждой женщине подходит, да. Здесь же модель абсолютно классическая. Вот та модель, которую мы носили 10 лет назад, и которую через 10 лет мы будем также носить с большим удовольствием. Очень легко комбинирую как с платьями, так и с сарафанами, так и с юбками и с брюками осенью. И, конечно же, такая модель украсит женщину абсолютно любого возраста, Наташ. Ну, согласись, 25-летняя девушка может надеть такую куртку? 100%, конечно. 60-летняя красавица может надеть? Должна и обязана. Должна и обязана, потому что классика, классика подчеркивает вашу женственность, классика подчеркивает вашу элегантность, ваше чувство стиля и вкуса, потому что именно классика, базовая вещь, это вот те правильные вложения на долгие годы, которые может позволить себе женщина, думающая, модная, идущая в ногу с модным временем. Думающая, вот это правильно сказал, потому что сегодня у нас горячий четверг, просто бешеные скидки. Посмотрите на старую цену, 9000 рублей. Сегодня она стоит 2990. Ну, во-первых, у нас лето, именно поэтому еще такие сезонные скидки. Во-вторых, у нас горячий четверг, поэтому такое предложение действует до полуночи по московскому времени. Вы сегодня экономите 6000 рублей. Давайте правильно подберем ваш размер. Ты знаешь, размер с удовольствием мы подберем. Я рекомендую заказывать по размеру ровно такую куртку, потому что наша эко-кожа еще и подтягивается. Если вы обладательница, например, широкой спины, или у вас фигура перевернутый треугольник, и обычно куртки на вас плохо садятся, потому что плечевая зона, зона груди достаточно широкие, вот в этом случае, посмотрите, вот куртка из эко-кожи с хорошим растяжимым эффектом, это ваш вариант сегодня. Ну а длина такой куртки, конечно же, классическая. Вот та длина, которая даже под самых высоких женщин взыскательных подкроет. 69 сантиметров у меня получается. Посмотрите, у нашей Екатерины, которая обладает модельным ростом, закрытые ягодицы. И это, конечно же, классическая длина, которая, во-первых, позволит вам выглядеть более стройно, потому что все компактно убрано и спрятано. Ну, а во-вторых, такую куртку носить с любыми вещами, как летящими юбками в пол, юбками, карандашами, так и классическими брюками, кстати, от нашего костюма. Альбин, слушай, вот ты там стоишь, я смотрю на ткань, особенно в крупном варианте, да, когда показывают крупную ее. Скажи, что это за материал, потому что смотрится вот действительно прям, ну вот, прям вообще не отличишь кожа. От классно, кожи, такая. Ты знаешь, и на ощупь тоже ткань как кожаная. Я очень люблю кожаные вещи из эко-кожи. Мягкая, эластичная, приятная. Такое эко-кожа, вы знаете, будете носить очень долго, за ней очень простой уход. Ну, например, если кожаную куртку вы после сезона будете сдавать химчистку, а это 1500 рублей, то из эко-кожи вы будете курточку протирать губкой, протирать тряпочкой, вешать на вешалку и в следующем сезоне надевать как новое. То есть тратить деньги дополнительные мы ни в коем случае не будем. А можно по спинке как-то померить, чтобы понимать нам, как подобрать размер? Ты хочешь, чтобы я полуобхвата измерила? Да, наверное, да, потому что знаешь, я уже сказала, изделие. Что такая куртка очень хорошо тянется, и она подстроится под ваш размер обязательно. Но давайте, чтобы не быть голословным, я измерю сейчас пол. Мне подсказывают, что это будет не очень корректно измерять на модели. Но в любом случае, поверьте мне, эксперту, такая куртка идет размер в размер. Не бойтесь, это безопасная дистанционная покупка. Посмотрите, современные материалы, современная эко-кожа, достаточно плотная, она не тонкая, тянется, подстроится под ручки, пышный красавец, подстроится обязательно по силуэту, потому что правильной длины, подстроится под пышную грудь. Посмотрите, есть хорошее растяжение, да, переживайте. Классно. Ну и длина рукава обязательно вам подойдет, потому что на нашей красавице Екатерине длина здесь, ну, в общем-то, классическая. 60 сантиметров длина рукава. Ну, это еще можно, длина, да? И причем здесь можно ее обыграть, подвернуть, как укоротить, так и сделать подлиннее. Итак, любой рост подстроится. 42. Я говорила, что ее очень мало, поэтому сейчас осталось 42 такие куртки. 2990 рублей стоит она сегодня. У нас горячий четверг. У нас абсолютно маленькое количество. Успевайте приобрести
прямо сейчас. Если вас волнует, почему такая низкая цена, вместо 9 тысяч 2990, я объясню. У нас ограниченное количество, у нас капсульная коллекция, партии очень маленькие, и у нас горячий четверг. Такие акции, такие цены, конечно, будут не всегда. Завтра, послезавтра она уже, конечно же, будет дороже. Поэтому приобретайте прямо сейчас на телеканале Дисконт, звоните, телефон бесплатный, номер лота 88-135, говорите прямо его, набирайте, вернее, выбирайте ваш размер, и все, ваша покупка придет, и когда она придет, только так потом вы и оплатите. Все абсолютно безопасно на нашем телеканале, нам можно доверять, у нас прекрасное качество. Кстати, пока я говорила, у нас пришли гости, если я не ошибаюсь. Из гостей пришли к нашей замечательной рубрике. Итак, давайте 17 секунд я вам дам для того, чтобы сделать заказ. Вы видите номер лота, вы видите цену, и вы пока что можете все сделать самостоятельно. Кстати, если нет сейчас телефона, вы можете прямо записывать на листке бумаги и потом уже делать и редактировать свою картину до полуночи по московскому времени.